Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Так, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня будет речь о Мазинге. Пацаны добавили новый промокод буквально 47 минут назад, как вы можете заметить. Вот такой вот промокодик, он будет действовать только сегодня, пацаны. Я постараюсь сегодня это видео выложить, скорее всего. Сегодня у нас, смотрите, сегодня у нас 7 число, суббота. 7 июля, суббота. Промокод будет действовать, то есть сегодня 7 и завтра 8, поэтому успейте активировать, пацаны, сейчас я буду тоже пробовать активировать. Сайт, где вы можете активировать промокод, я оставлю все в описании, пацаны. Поставьте лайкосик. Я решил всем рассказать, потому что я уверен, что не все смотрят вот эту группу официально Мазинга, если что. Ссылка на нее тоже будет в описании, кому интересно. Итак, давайте активируем промокодик, я зашел уже на аккаунт, и давайте его активируем. Випка на 3 дня, короче, пацаны. В честь чемпиона мира 2018 вы получаете вип на 3 дня. Ну, я думаю, это, пацаны, нормально, поэтому активируйте. Многим, кому випка выпала, кстати, подписывайтесь тоже на мою группу, здесь много информации выходит. Вот, Богдану, моему заместителю, тоже випка на 3 дня выпала. Пацаны, хорошая халява, короче, поэтому всем советую просто. Всем советую, можете к нам в группу зайти, вот тоже есть этот промокод, мы репо сделали. И, короче, мне, видите, випка выпала на 3 дня. Не знаю, сейчас попробую еще на одном аккаунте активировать, но не знаю, получится или нет. Так, вот я зашел еще на один аккаунт. Короче, можно его активировать только один раз на одном аккаунте. На любом сервере. Поэтому, пацаны, промокод будет в описании. Все будет в описании. Активируйте всех там с чемпионом мира вот этого. Сейчас футбол, кстати, идет. Россия забила, если что. Ну, мне только что сказали, короче, что Россия забила, а у меня там в соседней комнате футбол смотрит. И я, наверное, тоже погнал футбольчик, посмотрю. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side, I looked in the mirror, I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.